Всем привет, дорогие друзья, с вами MadScream. На этой неделе я дошел до 9 этапа пазла, и сейчас вместе с вами хочу вам показать, как его довольно-таки быстро пройти. Уже есть готовые тактики того, как нужно расставить правильно фигуры для того, чтобы не тратить на это время и получить максимальное количество звезд, которое, в принципе, можете получить, заполнив все клетки. Итак, я вместе с вами сейчас добиваю две вот эти последние штучки и перехожу в этап пазла. Игра предоставила мне определенную локацию. Это одна из, там их довольно-таки немало, поэтому все эти абсолютно локации вы можете найти в Весоботе, перейдя в сам Весобот по ссылке в описании, события, также вкладочка «Фантастическая фабрика», и там вкладка «Все этапы», точнее кнопка. Здесь вы увидите абсолютно все картинки, в том числе ту, которая у меня сейчас появилась в игре. И просто глядя на вот эту готовую карту, готовый пазл, я расставляю свои фигуры, соответственно, это занимает там буквально минуту. Может быть, даже меньше, если вы это уже не первый раз делаете. Это гарантированно вам дает абсолютно заполненное поле, и за счет этого вы получаете максимальное количество звезд. Также, если вы вдруг расставили фигуры не в то место, вы можете нажать кнопку абсолютно неограниченное количество раз и пересобрать данное поле без каких-то штрафов. Это делается с помощью вот этой голубой стрелки. В данном случае она мне не понадобилась, но просто имейте в виду. Кнопку «Подтвердить» мы нажимаем только в том случае, когда у вас уже полностью собранное поле. Если вы ее нажмете раньше, то вы потеряете звезды. Я собрал поле, и без X2 с донатерского пакета я получил почти максимальное количество звезд, которое, в принципе, здесь можно получить. То есть от 50 до 200 я получил 198, чему я несказанно рад. Если я куплю уникальный пакет, то, соответственно, эти все звезды, они умножаются на 2. Я бы получил не 198, а в 2 раза больше. На этом, друзья, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Поставьте палец вверх этому видео, если оно было полезно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать вот такие вот полезные фишечки. И увидимся в следующем видео. Постой, путешественник. Это я, королева фей Веса. Если тебе нужно быстро разобраться в игре, купить или продать аккаунт, найти лучшую гильдию в игре, ну или приобрести самый дешевый донат, я к твоим услугам. Ты можешь найти меня ВКонтакте или Телеграм по ссылке в описании. Я буду ждать.